Спонсор программы – сеть магазинов «Автомаркет номер один». Здравствуйте, в студии Геннадий Адушев. Вы смотрите программу «Свой патруль». И в ближайшие несколько минут вы узнаете о самых громких происшествиях минувших выходных. Сегодня в выпуске. Ни много ни мало. Наркополицейские изъяли 150 килограммов марихуаны. Зейский дебошир. Молодой человек раскурочил автомобиль пенсионера. Дорожные происшествия. Подборка самых громких ДТП минувших выходных. Борьба с наркотиками продолжается, и это постоянно приносит свои плоды. В ходе операции «МАК-2015» амурские полицейские обнаружили и изъяли около 150 килограммов марихуаны. Результаты предварительного исследования показали, что данное вещество является марихуаной. В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался местный житель 1991 года рождения. Молодой человек пояснил, что собрал коноплю для личного потребления. По факту незаконного оборота наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело. Кроме того, полицейские установили, что данный гражданин находится в розыске как осужденный за совершение преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». В настоящий момент подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Сила есть, ума не надо. Старинная поговорка полностью соответствует произошедшему в Зее. Во дворе дома по улице Литвиновской полуголый молодой человек в берцах в ярости набросился на припаркованные у подъезда «Жигули» местного пенсионера. Дебошир наносил по автомобилю удары старым железным ведром, ногами и камнями. Что же так разозлило неадекватного парня? Отечественный автопром? Неясно. Тем не менее, пожилой хозяин машины попытался утихомирить бойца, но тот стал избивать и мужчину. Усмирить дебошира одним ударом сумел подоспевший прохожий. Скорую помощь и полицию вызвали соседи. Раздетый по пояс 23-летний бритоголовый парень оказался жителем Омска. Его доставили в дежурную часть. Пожилому мужчине была оказана медицинская помощь. Врачам пришлось зашивать ему бровь. Минувшие выходные оказались богаты на дорожно-транспортные происшествия. О самых громких и плачевных авариях вы узнаете прямо сейчас. ДТП с участием одного автомобиля произошло 16 октября в районе перекрестка улиц Красноармейской и Пушкина в Благовещенске. Водитель Toyota Probox не справился с управлением и вылетел с проезжей части. Полет длился недолго, иномарку остановили деревья. Повреждения автомобиля серьезные, машина восстановлению не подлежит. Есть пострадавший, водитель «Тойоты». Он получил серьезные травмы, среди которых переломы бедра, ребер, костей таза. С места происшествия его доставили в больницу. Еще один хозяин авто пострадал в Белогорске. Водитель «Москвича» не справился с управлением и на большой скорости влетел в рейсовый автобус. Авария произошла на пересечении улиц Кирова и Матросской. По сообщению очевидцев, водитель «Москвича» получил травмы. Еще одно ДТП в Благовещенске произошло в воскресенье, 18 октября. Около 2 часов дня Nissan March сбил 10-летнюю девочку. Это произошло на пешеходном переходе через улицу имени Ленина в районе Двоку. Удар был не слабым, ребенка отбросило на несколько метров. На капоте малолитражки осталась заметная вмятина. По предварительным данным, у пострадавшей девочки переломы руки, грудной клетки, закрытая черепно-мозговая травма и ушибы. Ниссаном управляла молодая женщина. Кстати, с ней самой ехал маленький ребенок. Пояснить, как произошел наезд на пешехода, женщина не смогла. На этом все. Смотрите выпуски нашей программы на портале asn24.ru. И помните, что осторожность никогда не бывает излишней. До свидания. Сеть магазинов «Автомаркет номер один» поздравляет с Днем Автомобилиста и дарит 20% скидку на все. Автозапчасти, аккумуляторы, масла и многое другое. Еще выгодные условия для автосервисов и организаций. «Автомаркет номер один». Качественные товары для ваших авто. Улица Кольцевая, 67, второй этаж.